Добрый день, уважаемые посетители канала. Сегодня я решил приготовить свинину в стакане. Это небольшой набор специй, который я буду использовать. Сначала я подготовил сметану. Добавил туда небольшой набор специй на основе перца, паприки. Далее начинаю нарезку продуктов. Грибочки я нарезал четвертинками. Они достаточно маленькие и так удобно их потом обжаривать. В качестве фруктов выбрал грушу. Хотел изначально выбрать апельсин, но, к сожалению, его не оказалось в холодильнике. Нарезаю все кубиками, кусочками. Можно длинными полосочками. А вот лук я попросил нарезать свою жену. От него я, к сожалению, плачу. А у нее контактные линзы, и она легко справляется с данным овощем. Обжаривать решил свинину на оливковом масле. Основная цель – это создать корочку у свинины. Не обязательно даже, чтобы она была готова внутри. Просто создать корочку, чтобы впоследствии ее разделить на кубики и уже доготовить. Потом обжариваю лук, соль, и сейчас чуть позже я еще добавлю сахар, после того, как обжарю лук вместе с перцем. В случае, если лук начинает гореть, то добавьте немного масла. Свинина нарезана, я удалил с нее все жировые участки, чтобы они нам потом не мешали при приеме блюда. Ну и как раз довожу ее до готовности. Лучше делать под крышкой, чтобы наверняка. Настала очередь грибочков. Не забываем добавлять специи, где это необходимо. Соль, перец, ну и что другое вы любите сами. Фактически на текущий момент все ингредиенты для моего блюда готовы. Теперь осталось его собрать. Сначала лук, мясо, груша, опять лук, грибочки и полить соусом. Бокалы я использую перед ними. Ну, можно наслаждаться блюдом. Спасибо за внимание.